Чуть больше месяца осталось до губернаторских выборов во Владимирской области. Накануне официально завершилась процедура регистрации кандидатов. Все пятеро претендентов получили удостоверение. Таким образом, за пост губернатора продолжили борьбу Александр Авдеев от партии «Единая Россия», Александр Субботин от партии «Роста», Сергей Бирюков от партии «Справедливая Россия», «Патриоты за правду», Сергей Корнишов от ЛДПР и Антон Сидорко от КПРФ. Как заявили в пресс-службе областного избиркома, для традиционного голосования будут напечатаны более 981 тысячи бюллетеней. В самое ближайшее время типография начнет их печать. Во всех 23 территориальных избирательных комиссиях и на 452 избирательных участках региона в ближайшее время заработают и камеры видеонаблюдения. Если в УИКах видеонаблюдение включается в четверг вечером, мы проводим тестирование, мы проводим проверку того, что находится в кадре, и эти камеры выключатся уже только в понедельник после того, как участковые избирательные комиссии сдадут свои протоколы в территориальные избирательные комиссии. Выборы в губернаторы Владимирской области пройдут с 9 по 11 сентября включительно. С помощью мобильного избирателя, который позволяет жителям региона проголосовать на удобном избирательном участке, уже зарегистрировались 228 человек. 199 человек подали заявки через госуслуги, 13 человек в МФЦ и 15 в территориальные избирательные комиссии.